8 ноября 2023 год, и афоризм дня на сегодня будет такой. Раб желаний всегда слуга многих господ. Написал я 1 июня 2011 года этот афоризм. Рабству у меня посвящено много афоризмов, один из которых, некоторые даже будучи рабом на галерах, умудряются грести под себя. Написано про известного персонажа. Тяжелее, чем выдавить из себя раба, только затолкать его обратно. Тоже, кстати, афоризм очень сюда уместный и объясняющий, почему упомянутому рабу на галерах не получится затолкать Украину обратно под власть Московии.